Департамент здравоохранения Белгородской области сообщает о смерти еще 11 пациентов с коронавирусом. Среди них одна скольчанка 1947 года рождения. По официальной информации, за очередные сутки выявлены еще 336 заболевших, 349 выписаны. В ковид-госпиталях региона 2603 пациента, еще 8214 на амбулаторном лечении. 67 человек в тяжелом состоянии на ИВЛ, изолированы после контакта с инфицированными более 23 тысяч. Еще свыше 29 тысяч человек самоизолировались. Полный курс вакцинации прошли 842 406 жителей Белгородской области.